Хочу рассказать о трех видах горлового пения, о трех элементарных, на мой взгляд, видов горлового пения стилей. Это харига, хоме и исхре. Харига – это грубый, низкий, обертонный звук горлового пения, напоминающий рычание медведицы, убаюкивающий своего медвежонка. Звучит это таким образом. Вот это харига. Хоме — это более повыше звук, напоминающий больше, наверное, как горную козу, горного барана или же изюбра. Рев. Звучит он таким образом. Это хоме. Третий вид исхре, он более посложнее, так как он состоит из двух звуков. Это хоме, и с помощью акустики во рту и языка и нёбы мы создаем второй звук. То есть выходят такие же обертоны, но они выходят более ярче. То есть выходит опорный основной звук, это звуком хоме, и с помощью языка и нёба, вот допустим наш язык, это нёба. Прикасаемся кончиком языка к нёбе и начинаем регулировать расположение языка, да? Допустим. Вот таким вот образом. Спасибо.